Перед началом этого ролика, дорогой друг, не ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, подписывайся на канал и нажми на колокольчик. Это уникальный сид, потому что у нас сегодня аж на два гранитных биома рядом с друг другом. И это классно, клево, интересно. Шаг первый, как водится, создаете новый мир с каким-нибудь хитроумным названием. Что-то мне название не нравится, создаем еще раз. О, лучше. Вставляем вот эти циферки в раздел сидов, нажимаем применить, маленький. Сложность любая, зло коррумпированное. Погнали. Так, заходим в мир, все время драпаем налево, пока не найдем джунглевый биом. Где-то слева, вот он. Нет, не этот, вот он, джунглевый биом. В джунглевом биоме прёмся все время налево, пока не найдем пещеру на поверхности. Сейчас я вам покажу. Вот она, пещера на поверхности. Все, видишь? Выглядит она вот так вот. Можете ориентироваться по поверхности. Все время бежали налево, нашли пещеру на поверхности в джунглях. Дальше все чуть-чуть левее пройдем и попадем в огромную-огромную дырку в земле, которая находится слева от нашей пещеры на поверхности в джунглях. Вам нужно идти как можно ниже и как можно правее. Здесь продираться через все эти трудности куда-то вниз справа. Пожалуйста. То есть здесь опускаем все вниз, вот так вот, опускаем все вниз, изучаем и находим в нижнем правом углу, внизу этой пещеры, находим гранитный биом номер один. В гранитном биоме, сейчас мы найдем второй гранитный биом, если вам захочется. Смотри, находим нижнюю точку. Так, теперь смотрим. На карте примерно вот это находим центр правой стены. Вот она, стена правая, вот она. И вот здесь правая примерно центр правой стены. Проверяем. Да, это примерно центр. И тут же копаем вниз. Отвесно вниз. Если мы делаем все правильно, мы сейчас проползем мимо или пробьем в огромную... Как он называется? Ты скажи, я скажу. Beehive. Улей. Вот так вот. Мы проходим сквозь него. Давайте чуть-чуть правее. Сделаем вид, что я прокопался сквозь него. Не суть. Дальше мы должны копать вниз до тех пор, пока не наткнемся на рельсы. Тут очень много воды. Также не забывайте, что в описании под видео вы найдете ссылочку на остальные сиды. И на плейлист сидами мира, потому что никакой список обновлять быстро и не получается. Где-то здесь. Вот она, наконец-то рельса. Прыгаем на рельсы. И катимся на этих рельсах куда-то направо все время. Ага, так, понял, принял. Давайте сюда еще раз. И нас, мы тут же катываемся по этим рельсам. Докопались мы с первого гранитного биома до железной дороги. Проехали все время направо, наткнулись на второй гранитный биом. Что я могу сказать? Механическая тележка лучше, чем пчелиная тележка. Это объективный факт, потому что вот эта тележка механическая ездит быстрее. Этот биом все интересен тем, что здесь фармятся гранитные мобы, из которых падает намного больше денег, чем с других мобов в других биомах. И еще для чего-то другого он используется, я не помню. В гайдах есть гайды по поводу гранитного биома. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Не забывайте, в магазине аккаунт включи geronshop.ru. Можно найти кого-то дешевый тираю в Майнкрафте, сотни стимовских игр, дешевле всем в стиме. Также легко и просто пополнить коллекцию инди-игр, покупая рандомные игры. Также есть возможность пополнить счет в стиме. И много всех остальных других опций, всего не упомнить, всего, что там понатыкали. Все ссылки в описании, жду вас.